Символ борьбы за жизнь в осажденном Ленинграде и на территории всего Советского Союза. В этом году, 5 марта, исполнится 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича. В этот день, в 1942 году, 7-я Ленинградская симфония, гимн жизни и всего человеческого, была впервые исполнена в Куйбышеве, эвакуированным оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Именно из Куйбышева, который в годы войны имел статус запасной столицы, началось триумфальное шествие этого музыкального произведения. В нынешних условиях, на мой взгляд, это событие приобретает особый статус. И рад, что сегодня мы представляем это знаменательное событие в культурной, общественной жизни нашей страны на федеральном уровне. Симфония впитала в себя всю боль, весь ужас военного лихолетия и вместе с тем придала советским людям силы противостоять врагу, продемонстрировала всему миру несокрушимую волю нашего народа, стремление защитить правду, свободу, независимость нашей страны в борьбе с нацизмом. Подготовка премьерного исполнения 7-й симфонии велась в Ленинграде. Часть музыкантов была в эвакуации, часть в больнице, кто-то погиб. Из 100 осталось 27 человек. Исполнителей искали не только в Ленинграде, но и на фронтах. Первая репетиция продлилась всего 15 минут. У музыкантов больше не было сил держать в руках инструменты. Один из трубачей от голода так и не смог извлечь ни одной ноты. Барабанщика Айдарова, упавшего в голодный обморок, дирижер нашел в морге и буквально спас его от смерти. Исполнителей стали кормить горячими обедами раз в день. На премьере симфонии в запасной столице присутствовало много иностранных корреспондентов, передавших восторженные отклики в информационное агентство. И, конечно же, эта симфония стала вызовом, она стала символом, она стала декларацией силы духа и силы искусства. Искусство, которое сильнее любой войны, сильнее каких-то сиюминутных трудностей и сложностей. Искусство, которое помогает выжить даже в голодное, холодное и страшное время. В этом году в честь памятного события в Самаре пройдет целый ряд мероприятий. Тематическую выставку можно будет увидеть с 5 по 28 марта в фойе Самарского академического театра оперы и балета. Именно там оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере, поскольку отапливать все здание театра в военное время было очень трудно. Горожан ждут концерт, а также инсталляции и мэппинг на здании театра. 4, 5 и 6 марта будет организована уникальная световая проекция, посвященная самым важным вехам в истории создания симфонии «Победа», а также периоду жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Виктория Шарая, «События».